В каком году была принята Конституция? Что такое инаугурация? Студенты Лангепасского политехнического колледжа проверили свои правовые знания. В колледже организовали интеллектуально-познавательную игру «День молодого избирателя». Повышение правовой культуры – важная составляющая учебно-воспитательного процесса. А непринужденный характер встречи – залог наилучшего освоения информации. Мероприятия подобного формата повышают интерес молодых и будущих избирателей к вопросам управления государственными делами. За правильностью выполнения заданий внимательно наблюдали представители счетной комиссии. Студенты как раз достигли совершеннолетия. В этом году смогут сделать свой выбор в первый раз. Наша задача – не рассказать, за кого голосовать, а рассказать и привлечь их к тому, чтобы они пришли на выборы, проголосовали и выразили свою точку зрения. Мне исполнилось 18 лет, и как раз мне объяснили, почему надо пойти на выборы, объяснили, как все проходит, и я узнал много разных терминов.